Всем привет, друзья! Вы на канале Sky Top Games, и это небольшой обзор на нового динозавра в The Isle of Rima, Guerrera Zavr. Собственно, это хищник. Время роста — 1 час, расход стамины — 2 минуты, восстановление стамины — 4 минуты, расход стамины при прыжке — 6%, запас воды — 40 минут, запас еды — где-то 50 минут. Собственно, давайте сразу посмотрим его нутриенты. Это крабы, тонантозавры, лягушки, гипсилофодоны, дриозавры, птернодоны, бейпиозавры, козлы, даже черепахи. В общем, да. Насколько мы знаем, что Guerrerazavr имеет уникальную систему, даже механику, я бы сказал, ползание по любой поверхности на карте, перемещение и прыжки по скалам, по деревьям. Вы можете зацепиться за любую поверхность. Итак, как прыгать? Зажмите правую кнопку мыши, прицельтесь на любую поверхность, у вас должна появиться иконочка лапки. Далее, нажмите пробел, но не отпускайте правую кнопку мыши до тех пор, пока Guerrerazavr не зацепится за поверхность. Далее можете отпускать. Чтобы просто отцепиться с поверхности, нажмите один раз пробел. Теперь рассмотрим, как это работает на деревьях. Подойдите вплотную к любой поверхности, если хотите зацепиться, и зажмите правую кнопку мыши. Вы также можете спокойно прыгать, прицелившись с земли. Прицеливание правой кнопкой мыши и пробел. Когда вы ползаете по любой поверхности, ваша стамина тратит 1% в 7 секунд. Перемещайте камеру, прицел и прыгайте по любым веткам. Также мы можем спокойно перепрыгнуть с дерева на дерево. Самое главное — прицелиться. Посмотрим, как это работает. Запомните, чем выше вы подниметесь, тем дальше сможете прыгнуть. Также вы можете спокойно передвигаться по веткам. Вы не упадете. Можете поворачиваться налево, направо, вы не упадете. Рассмотрим крики Guerrerazavr. Единичка. Двоечка. Тройка. Четверка. Отличительной особенностью Guerrerazavr также является еще одна механика. Вы можете спокойно спрыгнуть сверху на жертву. Только не поднимайтесь слишком высоко, чтобы не разбиться, и берите жертву по себе, чтобы ее убить, либо сбить хотя бы половину хп. Не выбирайте себе слишком большую цель. Эти джувые боты. Давайте примерно я вам сейчас покажу. Прицеливайтесь на жертву сверху, попадаете иконочкой лапки на него и, собственно, прыгаете, чтобы нанести урон. Примерно как-то так, да, но здесь я не выжил явно. Далее, хотелось бы отметить, что Guerrerazavr — отличный ныряльщик под воду. У него есть такая механика, как у бейпиозавра. Зажимаете пробел, ныряете Ctrl, нырять, а пробел вы всплываете с поверхности. Ну, как-то так. Палец вверх, подписка на канал.